Бруклин Продакшн представляет. Приветствую всех любителей важного классического бритья на канале «Опасная бритва Бруклин Продакшн». Меня зовут Павел. И сегодня будет очередная распаковочка от совершенно нового интернет-магазина от компании Nordic Shaving Company. Эта компания прислала посылку на обзор, прислала свое мыло, которое они выпускают под своим брендом. Магазин находится в Финляндии. Если кто не знает эту компанию, я оставлю все ссылочки в описании к этому видео. Достаточно большой интернет-магазин с огромным количеством различных товаров, аксессуаров, принадлежностей. В общем, все, что нам нравится. Сегодня они прислали мыло, которое выпускается по традиционным финским традициям, как указано на их веб-сайте. И сейчас мы посмотрим, что это такое, с чем его едят. Хорошо, здесь есть декларация, здесь указано мыло. Здесь находится 4 образца мыла. И вот по приятной цене 0,0 евро. Чтобы всем так присылали, называется, и было все вообще замечательно. Посылочку отправили вот в таком ярком конверте. Что интересное было, посылочка отправлена EMS, очень быстрой почты. Где-то здесь указана дата. 13.06 отправили, 20 уже я получил ее у себя в Нью-Йорке. Значит, все очень быстро, в течение недели дошло, так что имеет место тоже такое быть. Давайте сейчас распакуем, посмотрим, какое мыло, чтобы было интересно далее. Что мы будем смотреть? Значит, нашим попугайчиком разрезаем и откладываем его в сторону. Может быть, больше не пригодится. Ага, не совсем не пригодится. Внутри еще один пакетик, как бы. Так, в пакете находится еще один пакетик. Так, больше ничего нету. Откладываем в сторону. Здесь все приятно запаковано с таким стикерсом, с ушами. Говорю, с ушами, с бантиками. Сказал один, с ушами. А что, так посмотреть с этой стороны, с какого ракурса я смотрю, на самом деле усы. Усы, как барберский какой-то значок. Почему-то стал усы барберские. Ну, что имеем, то имеем. Так, здесь находятся образцы мыл. Сэмплы такие вот находятся вот в такой вот незаманчивой, незадачливой кулечке. Нужно будет переложить их в определенные баночки. Уже имеются у меня такие. Значит, у нас есть две стандартные баночки по 80 грамм. Сейчас мы это все выложим, для того, чтобы было интересно. Так, начнем с этих тестовых образцов. Nordic Shaving Company Pine Tar. Pine Tar, это, если кто не знает, это смола сосны. Как написано на сайте производителя, на компании NordicShavingCompany.com, смола сосны, такой традиционных условиях сделано. И интересно вот на самом деле, как это пахнет. Но это мы узнаем чуть позже, уже в обзоре. Я буду смотреть, узнаю десятка людей, что скажут люди. Это очень тоже интересно. Состав мыла, ингредиенты, все сделано, как я понимаю, веганское мыло, глицерины, различные стеариновые кислоты. Потом, что еще там. В общем, все, что нам неизвестно, все здесь есть. Какие-то химические названия. Так, и еще один образец. Nordic Shaving Company, тоже мыло. Birch. Birch, это, кто не знает, это береза. Вот мне интересно запах березы, какой, как они себе это представляют. Как написано на сайте производителя, запах должен быть такого позднего лета, бани, сауны. И вот это такой вот запах. Ну, наверное, ассоциируется с березовыми ветками, с березовыми вениками после бани. Это тоже интересно. Но, опять же таки, я узнаю у реальных людей, как много людей скажут, так вам и передам. Значит, состав вы видите, ингредиенты тоже непонятно. Потассиум, вода, глицерин, отдушки, всякая разная вещь, которая мне вообще не знакома по химическим названиям. Так, отложим это в сторону. Значит, и имеются две стандартные баночки с уже представительского варианта, которые не сэмплы, не образцы, а именно баночки, которые есть в продаже. Значит, это цитрусы джинджер,
Так, вот такая вот масса, плотненькая масса, уже приятно. Так, разлетаются мои кулечки, уже приятно. И запах какой, я запах сказал, цитрус и джинджер, такой спайси запах, на любителя скорее всего будет. И что можно сказать, пластиковая баночка. То мы еще интересную полезную информацию с этой можем. Название веб-сайта 80 грамм. Ну, стандартная баночка, стандартными названиями. Опять же, состав мыла. И вот так вот оно выглядит. И еще одно мыло. Это кофе. Кофе. Поэтому запах, как написано компанией-производителя, запах предполагается такого жареного кофе. Поэтому тоже попробуем, как это будет в жизни выглядеть, как это будет пахнуть. Но самое главное, во всех этих, вот видите, какие-то такие вот включения черные, непонятные, коричневые такие вот. Так, что посмотрим, что внутри. Тоже такая масса. Баночка пластиковая. Можно для травы, упадет, не разобьется, что немаловажно, что мы имеем. Тут даже и написано на русском: мыло для бритья. На желтое я не увидел, просто солнце отсвечивало. Теперь увидим: мыло для бритья. Финский флаг. Веб-сайт сделано в Финляндии. И вот эта компания Nordic Shaving Company предоставила свои продукты для обзора. Цена на мыло такая средняя, хорошего мыла. Где-то порядка 14-15 евро. А доставляют они по всему миру. Ну, в общем, надо зайти посмотреть, чтобы более детально было интересно и полезно, и нужно ли вам это мыло. А более детально о работе этого мыла мы посмотрим в обзорах, как оно будет работать, как оно будет хорошо набивать пену или не будет. Это мы все посмотрим в обзорах. Так что, ребята, вот такая сегодня была коротенькая распаковочка небольшой компании, которая занимается производством уже своей продукции мыла для бритья. И, соответственно, сегодня прислали нам образцы. Всем спасибо за внимание. До новых встреч. Увидимся. Пока. Спасибо за просмотр.